Всем привет, мои дорогие подписчики, это уже 32-й летсплей, как мы играем в Майнкрафт. Как я говорил в прошлой серии, я думал, что в прошлой серии это было 32-й летсплей, казалось, что было 31-й, но извините, что я ошибся, все-таки давно не играл. И это все-таки 32-й летсплей, так что давайте играть. Я с того момента, как мы играли в прошлый раз, я установил новый клиент, поставил там очень много модов, и самый классный мод, который я хочу примерно так отделить от всех, это мод на зачарование. Теперь зачарование будет чуть-чуть по-другому, а вот именно вот таким. Когда вставляем кирку, тут можем выбрать, на что мы хотим зачаровать. Вот мы, например, выбираем там удачу 3, это у нас забирается 18 уровней. Если там еще прочность, то это уже 33. Если еще эффективность на максимум, тогда 59. Так что теперь надо будет копить уже 59 уровень, чтобы зачаровать нормальную кирку. Так что для этого мы идемте мы в шахту, чтобы добывать нам уровень. Кроме, конечно, этого мода, там еще очень много всяких модов. И на разные новые печки. По сути, когда будем играть в Майнкрафт, мы уже и разберемся, какие там у нас моды. Еще один мод, при помощи которого, видите, у него двигаются, сгинаются руки и ноги. Это тоже новый мод, и мы тоже, по-моему, да? Тоже сдвигается. Да, у нас тут сдвигаются коленки. Конечно же, второй мод, который помогает, что у нас в руке светился факел. Конечно, я хотел бы 59 уровень, чтобы хорошо, морковка. Чтобы хорошо тетировать нашу кирку алмазную. Максимум на прочность, максимум на удачу, чтобы добывать алмазы наши, которые будем находить. И тогда мы у него вообще. Такой мод, конечно, чуть-чуть читерский, потому что надо выбирать именно какое-то зачарование. Но все-таки это надо уровни, а уровни тоже не очень легко добываются. Мне нужна шахта. Есть вариант там, там, где мы копали возле нашего дома, там не вариант, так как там мало ресурсов, в пещере будет больше ресурсов, а в итоге и больше опыта. Я тут еще все-таки где-то видел, тут даже, по-моему, в самой нашей, в самой нашей деревне была. Вот там, да. Идемте, скелетик, ты промазал. Идемте. Вот тут снижение, но там все равно тупик. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ничего нету, да? Надо посмотреть. Ничего, да? Идти туда. Нет продолжения, но все-таки тут было железо, где оно. Нет, тут, я думал, 6, нет, тут 5 железа. Но все равно хорошо. Где все те шахты, которые я находил? Я помню. Я ходил просто так по миру и находил шахты. Я не могу их найти. Ищем. Идемте туда. Идемте в лес. В лес наших деревьев. Тут взорвался крипер. Это что такое? Это у нас лава. Тут что-то такое странное. Странный какой-то бор. Ладно. Давайте какую-то большую пещеру, которую я еще не исследовал. Надо поставить. Ладно, поставим здесь сохранялку. О, отлично. Отлично. О, тут у нас уже все-таки, да, тут у нас начинается уже большая пещера. Опыт нам очень-очень-очень нужен. Поэтому мы добываем все. И уголь, в принципе, нам тоже нужен. Нам же нужно заполнить эти печки, которые в нашей варилке. Как варилке? В комнате там, где нет очень много печек.
Ой-ой-ой. Так, давайте сюда сходим. Тут засыпало все. Так, надо сейчас аккуратно спуститься. Так. Я тут видел железо, не так казалось. Ну ладно. Так, скрипер. Надо взять булыжничек. Булыжничек. Так. Довольно-таки большая пещерка. Такс. Так, кстати, здесь сначала все осветим. Здесь нам освещать, не пересвещать. Огромнейшая пещера, просто огромнейшая. Такс. Так, сюда тоже поставим. Так, тоже все-таки более-менее безопасненько. Еще тут поставим, и тогда будет все нормально. Так, пошлите за нашим железом. Там еще проход, подождите. Так, странные звуки. Вот у нас, конечно же, нету ничего. Идемте. Уголек. Так, мы взяли еду. А, еду мы взяли, да, печеный картофель. Сейчас съедим пару кусочков. Так, я не знаю, в следующей серии, я не знаю, думаю, я хотела бы уже выбраться в следующей серии из этой пещеры, но не знаю. Так, хотела бы, конечно, кирку затировать уже по максимуму, там 59 уровень, но это уже надо очень-очень-очень много всего надо добывать, уровней всяких, Такс. Ну да, и тут тоже очень много у нас угля. Отлично. Угля никогда не бывает много. Потом кажется, что у тебя очень много угля, но это неправда, потому что так все время бывает. Такс. Что еще можно сказать про те моды, которые устанавливал? Подождите. Еще есть мод на биосферы. Там, где есть при генерации мира, я создаю все-таки новый мир. Там, где сам мир генерируется не как обычный сплошной мир, а в таких биосферках, в стеклянных. То есть, и там в каждой биосфере разный биом. Думаю, можно будет в дальнейшем тоже поиграть с таким... с таким модом. Бабух. И, ну, все-таки, думаю, мне кажется, интересно было бы поиграть. Так, давайте сейчас это тоже соберем. Такс. Сейчас надо нам выложить нашу железную руду, чтобы было видно, где тут она. Такс, вот так вот, отлично. О, железный слиток и зомби выпал, отлично. Мы спускаемся все ниже и ниже. Там уже 100% будет лава, я уверен на 100%. Такс. Водичка. Водичку мы перекроем. Такс, я играю на этом текстурпаке, который называется там Faceful. Я не нашел почему-то R3D Craft на 1.4.7. Не знаю, если вы знаете, где найти этот текстурпак, то скиньте, пожалуйста, где он упал. То скиньте, пожалуйста, ссылку на этот текстурпак в описании, пожалуйста. Потому что я искал и никак не мог нигде найти. Так вот. Теперь собираем все, что мы пропустили по дороге. Скучная эта работа, скучная. Ой. Так, конечно, в дальнейшем надо будет записать все-таки еще какую-то третью часть по Stranger 2, а то меня давно не было уже. Это не вообще давно не было серии никаких. Я же говорил вам в прошлой серии по Майнкрафту, почему не было долго видео, не выходили так долго. Я не знаю, если кому-то там
И захочется, чтобы я поиграл на каком-то сервере в GTA, то тогда напишите в комментариях, на каком именно, и скиньте тогда IP этого сервера, чтобы я его нашел. Так, с факелы. 40 факелов сейчас сделаем, отлично. Полтора стака уже набрали. Так, и 28 уровень. Ух ты, меня напугал. Я дернулся. Текс. Так, с откуда он там упал? Так, идемте сюда. Осветим сейчас тут все. Текс. Еще один. Куда вы тут появляетесь? Нормально? О, заброшенная шахта. Вот это уже поинтересней. Да, это уже поинтересней и похардкорней. Так, конечно, мы сейчас в нее пойдем. Ну, давай, умирай. Мне нужно было данж найти. Вот это вообще было бы классно, но... Что пока же мне с данжами не везет. Конечно, с данжами с маленькими паучками там делать мало что можно. Я, конечно, не знаю, может, я не смотрел никакие туториалы по тому, как делать какие-то там фермы из спаунов в этих маленьких паучков. Ну, не знаю, мне кажется, там ничего нельзя сделать. Текс. Уже почти одна кирка сломалась. Так, я думаю, конечно, да, раньше, когда еще не с вами был этот мод, я думал дойти до 30 уровня и потом уже зачаровать на кирку максимум, но нет. И придется доставать аж 59-й. Конечно, можно не 59-й, а какой-то поменьше, но... Все-таки хотелось же по максимуму зачаровать, это все-таки алмазная кирка. Текс, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все взял. Так, сберем все вещи и собираемся в ту шахту заброшенную. Так, с... Где ты? Окей, я тебя все равно слышал. Железка. Так, с... Собираем весь уголь. Уже 12 минут, почти уже 13. Взятый уровень. Тебя вижу. Такс. Молодец. Так, его слишком много как-то. Ладно. Так, хватит сейчас взрывать мне, хотя ладно. Где ты, еще один зомби? Так, я иду к тебе. Такс. Это на что? Подождите, пока что со шахтой. Сейчас тут надо все добыть. Тут тоже много чего. Дальше лава идет даже. Такс. Даже есть выход наверх. Сейчас. Туда мы не пойдем. Все-таки нельзя отдаляться далеко от шахты, еще забудем, где она. Текс. Сколько, конечно, дает опыта за переваривание стака железа? Ну, уровень, думаю, 5, надеюсь, даст. Текс. Идемте, идемте, идемте. Надо кирку уже тут добить. Если бы это был спаун, было бы отлично. Ну, тут просто тут зомби даже встал и стоит. Давайте убьем, конечно же. Прикольненько. Там уже могут быть и алмазы, но... Надо было взять кирку. Хотя бы какую-то кирку зачаровать на удачу, хотя бы один. Ну, ладно. Где вы там? Что-то так много или что? Тут слишком много зомби, надеюсь, тут где-то спаун. Если будет где-то рядом спаун. Так, идемте туда.
Так, аккуратно заходим. Только это одно интересное. Так. А, сколько вас тут, сколько вас тут? Что ты тут мешаешь мне? Куда вы там падаете все? Еще один. Куда вы падаете? Нормально? Такое какая-то карта на прохождение. Он застрял. Норм. Сейчас я тебя убью. Окей. Хочешь, как хочешь. Так, все осветим тут. Так, порох заберем. Порох нам понадобится в дальнейшем. Так, подожди, у нас все ресурсы забрать. Думаю, мы будем собирать. Я не вижу смысла собирать эти рельсы. Это у меня дома 2 стака лежит. Не знаю, зачем они там лежат. Ну, кого-то используем для чего-то. Текс. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну-ка, золото. Ага. Под нами тоже. Я там видел крипера. Я тебя видел зеленый. Остань. Так, отличненько. О, сундук алмазы. Нет, тут нету алмазов. Все равно мы соберем все, что тут. Арбузы на сыну есть, и тыквы у нас тоже есть. Такс. Понимаю, это у нас какой-то. Текст, я тебя видел. Промазал какой-то путь в какой-то каньон. Куда все шахты, по-моему, были такие в каньонах, это самое интересное. О, тру-та-та-та-та. Пока что ни один алмаз я не вижу. Текс, надо покушать, конечно же, потому что не пополняется жизнь. Подождите. Потом покушаем, он еще снесет непонятно куда. Так, кстати, посмотрим, куда она. Никуда. Так, сундук пособрали, все. Так, значит, пошлите дальше. Так, где тут спаун маленьких моих любимых паучков. Так. Тра-тра-та-тан. Железка моя. Тоже она любимая. Какие паучки. Так, нужно, конечно же, это очень много палок. Такс. 53, он же был получше. Скелетик. Вот, блин, малые паучки. Блин. Такс. Где-то над нами спаун. Отлично. Ага, вот все, я понял, где спаун. Сейчас надо как-то отгородиться от них. Все нужно сломать. Там должен быть спаун. Так, окей, сейчас посмотрим. Так. Сейчас думаю, надо будет сломать их спаун. И тогда уже заканчиваем эту серию. Так, сейчас мы туда заберемся. Ты упал сюда, да? Я видел. Отставит меня. Чего меня все равно заряжает? Так, интересно. Так. Опять это странная генерация. А, тут уже обычный паук. Отлично. Так, иди сюда. Так, интересная местность такая. Так, давайте все-таки надо его убить, тот спаун, убить. Сейчас мы, конечно же, его убьем, именно убьем. Так, вот там вот их не спаун где-то, как там вот, именно там вот. Надо аккуратненько туда залезть. Вот так вот. Ага, все отлично. Я все вижу. Сейчас мы вот так вот сделаем.
Так, нужно так вот запрыгнуть как-то. И пробираемся. Блин, их не спаун на другой стороне. Я зря тут разбил там. Так, окей, сейчас будем делать, значит. Так, там же застрял паук. Сочувствую. Текс. Так, я давно уже достаточно такие нормально уже осветил. Разбиваем спаун. Текс, все. Разбили наш спаун. Ой, Саша, залагала. Текс. И на этом, думаю, можно будет заканчивать нашу серию. И с вами был Озоны. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки под этим видео. О, моя, у меня в попе стрела, да? В попе у нас? Да, пишите комментарии, что мне снимать, какие игры. И всем пока, до следующих серий.